Всем привет, ребят! Ну, я думаю, некоторые уже знают. Неплохо было бы как бы наглого траппера немножечко выгулять. Такс. Что мы, собственно, делаем? Мы в наглую, как дурачки, трапим все проходы, где только возможно. Вот. Почему, собственно, называется наглый траппер? А я не знаю. Просто как-то захотелось так название один раз сделать. Вам поперло. Я такой, ну, будет вам наглый траппер. Хорошо. Вот, собственно, с чего все и началось. Так. Так что все вопросы к вам. Не надо на меня ничего перекидывать. А, затрапили ту часть. Сейчас пойдем здесь трапки подберем. Здесь трапку подберем. Не, нам пофиг вообще на них. Мы отыграем вот этот треугольник, который у нас там имеется. Привет, друг. Я слышу починку. Здесь тоже поставим. Угу. Вот это ты зря сделал, друг. А, вот еще трапка у нас стоит. Ну, кстати, она очень хорошо стоит. Привет, друг. Наглый траппер не прощает. Если что. Да, дружок. Вот так против наглого трэпера поиграешь, а потом все. Играть уже не очень хочется. Все, да. В трапу чел попался. Ничего страшного, мы не торопимся. Эта трапка уже сама открылась. Тот вроде как не вырывается. Вырвался. Пойдет. Я уже тут. Я уже тут. Не поднимай его. Я уже тут. Четыре. Так. Ребят, у нас все максимально под контролем. Просто максимально под контролем. Оп, сняли чувачка. На случай, если обойдут. Погнали. Оп, сломали трапку. Не беда. Мы просто идем за ними дальше херачить. Вообще пофиг. Что ты сейчас сделал? Вторую сломал, да, трапку? Ну, ничего страшного. Погоним за ними. Слушай, ну ты прям гений. Честное слово. Мне бы только у тебя учиться. Оп. Хотя, знаешь, это идеальная трапа. Я здесь... Хотя нет, вряд ли кто-то еще будет прыгать. Вот отсюда могут прыгать, правильно? Я, начали ломать. Ты посмотри, что делают. Негодяи вообще. Ты что? Слушай, ну это шок. Это не... Что это? Обратно. Повиси. Привет. Что?
Шо, братан? И там трапка, и тут трапка. Не, ну наглости, конечно, не занимать, да. Сюда. Сюда. Просто собираем урожай. Ну. Красиво, красиво. Я бы сказал, даже безумно красиво. Оп. Эту мы пока оставим. Пусть поваляется. Идем вот этот. Давай, братан. Если ты так хочешь. Она спрыгнула вниз, чтобы засейвить. Она не спрыгнула вниз, чтобы засейвить. Вот. Да. Так. Я успеешь пройти? Спасибо. Привет. Кто там у нас побежал вниз? Ой, в трапку попался. Не-не-не, друг. Не-не-не-не. И в итоге 1-2 этих только сейчас на ногах. Красота, лепота. Где-то вон он. Ну давай с тобой побегаем. Тут как бы ничего не поделаешь. Придется с тобой бегать кругами. Ладно, кого я обманываю? Он ушел в сторону, да? Ну пойдем побегаем. Раз что ты хочешь, дружок. Давай. Главное, зачем ты перестал шифтить, а потом вновь начал шифтить. Хотя следы крови как бы показываются. Еще я ошибочно выбрал маршрут. Брат, ты вот все это время ты делал такой большой круг ради чего? Да. Наверное, к успеху шел. Но да не важно. Ну, что могу сказать? Нахлый траппер вернулся. По красоте. Джи-джи. Баланс был. Единственный выживший. Нормально.